Честь все части Silent'а прошел? Да, конечно. Причем несколько раз. В ДХ стрима нет, есть в РЕ и ДМЦ. Ты можешь ссылку оставить, что стрим начался. Ну этот как, с фоном типа. Стрим начался. Silent Hill за аркейд, да, у меня есть ролик на канале. Book of Memories только не прошел. Попробуем Book of Memories пройти когда-нибудь. Кувшинов, здорово. О, а тут тоже уютненько, да, да. ВК, Play Live, Twitch, YouTube, ребят, присоединяйтесь. Так, а ВК, Play Live я, наверное, трансляцию не переименовал, да? Там до сих пор показывает, что я Калиста стримлю. Ай-яй-яй. Ну, ладно, я сегодня ненадолго. Поддержите меня, пожалуйста, кому не сложно. Прям... Правда, ребят, я сегодня прям ненадолго совсем. Серега, красавчик. Анет, привет, привет. Наконец-то закончилась Калиста такая, ну дядя. Сорян, что вчера гаркнул. Вчера просто очень хотелось реально, да, закончить. Потому что люди уже устали у меня от Калиста. Ну, мне сложно было стримить, потому что оптимизация там полное говно. Игра хорошая, интересная, но оптимизация полная срань. Спасибо огромное, Вовка. Обязательно вернемся с вами к Silent Hill. Возможно, даже я свой любимый Silent Hill 2 постараюсь постримить. И не только постримить, я постараюсь его даже поспидранить, если найду нормальную версию для спидрана. Рано вышла. Но она, да, не оптимизированная вышла, ужасный в этом плане. Чипа и ЧД быстро прошли, хорошо, но они проходили с консоли, с PlayStation 5. Поэтому они не мучились, ребят. А я мучился, как мразь последняя. Лучше здесь. Ну нет, ну что мне так везет-то сегодня? Да, с рандомом мне не везет. Не, на первую сложный. На третью тоже. Очень. Лучше на двойку. В двойку я тем более намного лучше играю. Про Розу ты имеешь в виду, Саш? Да, я прошел. Все, и обзор на канале есть уже. И стрим на канале есть. И Калиста Протокол я прошел. Ребят, кто не на YouTube не подписался, подпишитесь, пожалуйста, это во-первых. Во-вторых, если у вас не приходит оповещение, поставьте, пожалуйста, белый колокольчик. Дейли Хардкор, все по теме. Спасибо, ребят, за помощь, за поддержку. Сражаться с монстром! Да, сука! Зато быстро убежал. Коля, привет! Так, 0, 1, 5. Почему я именно этот выбрал? Нет. 40, 11. Какие там коды? 0, 5, 13, 0, 5,
13. Так, это я уже вводил, по-моему, да? 43-12, скорее всего, сейчас будет. 43. Самый всратый код опять. Вот здесь я неосторожно пробежал, неосторожно. Что ж такое-то, а? Я сегодня и лажаю одновременно, и мне не везет с рандомом. То есть я... Вечера фильмов больше не будет. На Трово их теперь стримить нельзя, а на Твиче их стримить опасно. Я не хочу из-за платформ потерять последнюю аудиторию, которая у меня осталась. Так, что происходит? Потому что на том же The Evil Within меня смотрело чуть ли не больше 100 человек на Ютубе, а сейчас меня смотрит, ну, совсем мало. Я не знаю, что с аудиторией случилось. То ли чемпионат мира повлиял, то ли что-то с платформами случилось. Да-да-да, на основе предпочтений. Нужно ставить, чтобы был белый колокольчик прям в Ютубе. Потому что если вы ставите на основе предпочтений, он перестает потом присылать вам оповещения вообще. Ну, к сожалению, да. То есть не дают стримить фильмы. Есть определенные ресурсы, где мы можем посмотреть кино. Я думаю, можно это организовать в Дискорде. То есть такой семейный просмотр в Дискорде устроить. Но это потом как-нибудь. Просто я сейчас на новую работу устроился. Да, все запретил. Я на новую работу устроился, у меня сейчас мало времени на стримы. Я пытаюсь... Все же подрубил, да, я решил чуть-чуть. Я пытаюсь из кожи вон лезть, чтобы, ну... Хоть что-то заработать, и чтобы... Было время на стримы, и чтобы люди приходили. А в итоге получается, как получается. Так, я не туда бегу. Зачем я не туда бегу? Ну ладно, хотя бы так. Я подрубил, потому что я сегодня хотел Callisto Protocol снять. В итоге я занимался своими делами. Готовился к работе там, ко всему. Вот, и... Решил, что все-таки стоит постримить. Димка Быстров, привет. This way. This way. Не, Саша, мы уже давно не по ночам стримим. Я понимаю, что у тебя плюс 4, плюс 5. Я буквально подрубил на часик, полтора-два. Ну, с первой PS-ки, да, игра. Это Resident Evil 3, Обитель зла 3. Димка, а ты с нами вчера смотрел Callisto Protocol? Dead Space 4, можно сказать. Ну, ее сильно ругают, неизвестно за что, конечно. Вот, я бы не стал ругать. Уже час. Ну вот, ребят, это попытка последняя. Если сейчас залажаю, то все, пойду отдыхать.
Только приехал, только сегодня суток. Мы стримили 3 дня, мы ее полностью прошли. Ну, мне тоже понравилось, я прошел. С оптимизацией там все плохо. Сейчас этот урод выйдет, да? Ой, как мне повезло. Нера Данта, привет. Мне очень повезло, что он побежал на меня. Ребят, лайкосики проставляйте в Ютубе. Переходите потихоньку в Ютуб, проставляйте лайкосики. Так тебе же не понравилось, Сардж. Ты вроде сказал, типа не будешь смотреть. Они так жалобно здесь воют, когда их убиваешь. Мне кажется, какое-то милосердие просто оказываешь зомбакам. Ну так игрофильм с PS-ки 5 снимается. Явно они с консоли снимали, там, кто вот снимает подобные ролики, они снимают с консоли, потому что с консоли самая лучшая оптимизация. Я же на пике играл, понимаешь, Дим? На пике ужасная оптимизация. Любимая еда Cosmos Stars. Надо писать, ты не умер, а покормил зомбятину, да. Ты водитель личный, Паш? Я знаю, что есть лицензия. Я лицензию и проходил. Дело не в этом. Оптимизация даже на лицензии говно. Знаешь, что такое оптимизация, Дим? Это когда у тебя игра даже на самых низких настройках фризит. Когда она не оптимизирована под твою систему. Заказчик присутствует на стриме? Ну, чит-код заходил в самом начале. Проблемы заказчика. Мы пройдем, будет смотреть записи. На 3060? Ну, на 3060, думаю, будет получше у тебя идти. У меня просто 2070. Но не факт, что пойдет у тебя на максималке. Я так понимаю, директор... Зря это сказал. Тут. Я думал, что ты тормоз, а у меня задержка. Ты... Во всем виноват стример. Игра тормозит, стример тормоз. Типа, не ответил, стример тормоз и так далее. Ребят, ох, если бы все так было... Можно было бы просто отмазаться тем, что у меня типа синдром Туретта и все. Хорошая материнка. Милостыню просят, да. И говорят, как стример говорят, я что теперь и твоих детей должен кормить, да, за донаты?
Слишком борзо ведет много пафоса и понтов. Блин. Ну, не знаю. Стоит ли работать на работе, на которую не хочешь ходить? И... Это тяжело, конечно, если другой работы нет, альтернативы нет. Это тяжело, я прекрасно понимаю. О, спасибо за подписку, Алекс. Бобби, привет. Как чётенько я пробежал, а? Синдром Торетто. Блин, был бы такой синдром. Как говорится, если бы он был, то я бы, не знаю, каждый стрим им обзывал. Где работаешь? Дворником. В тегах стоят дропсы? Блин, надо убрать. Я главное ставил Resident Evil 3. Все там нормально вообще. Не, ну потому что когда у тебя синдром этот Торетто, да, это тяжелое заболевание на самом деле. На Железных островах работаю. Не стоят дропсы. Категория, название, все как надо. А написано... Ребята пишут, дропс включены. В чем прикол? Может быть, просто они включены? Ребят, прикиньте, дворники в Москве получают 80 тысяч рублей. Жесть какая, господи. Сашка Захаров, спасибо за подписку. Ребят, кто-то отписался от Твича и не переподписался. Это кто тебе сказал? Откуда инфа? Инфа 100%. Нет, зарплата 20 тысяч дворника. Это третья попытка, наверное. Ой, блин. Все, задумался. Ребят, не это, не слушайте его, он не знает, что он говорит. О, Пашка из Минска, красавчик. У нас много людей из Минска на стримах сидит. Земляки.
Не, если это клининг, да, Димка Быстров, если это клининг в каких-то там, да, частных компаниях, то можно получать там от 60 до 80 реально тысяч, если это клининг. Если дворник, нет. Илрейн, привет. No! Что-то я завис немножко. Ну что, сегодня кто-то еще будет интерактив подкидывать? Так, Ак, Уа, Кьюри, Кьюри, нет, Савспринт, не могу я Савспринт, не могу. Правильно я пишу? Нет, неправильно, наверное. Савспринт через А пишется же, да? О, Пав-Пав, ты тоже из Минска. А будет пароль Савспринт, 100%. Не-не-не-не-не-не-не-не, я не хочу заново. Все, уходим отсюда. Двадцать одна минута. Я уже должен быть на фуникулёре в этот момент. Нет. Немножко не получилось у меня. Надо было сбоку пробежать. И впериться в девушку в топике. Если бы я вперился в девушку в топике. И вот здесь тоже не успел пропустить зомбака. Янис, привет, привет. Ясу, ясу. Здорово. Не пишется время сегментов, потому что сплиты неправильно загрузил. Не та версия, сплиты неправильно загрузил, поэтому... Может быть, справлюсь. Но я уже должен быть на фуникулёре. На канатной дороге работает. Да, я говорю, я уже должен быть на фуникулёре. Ёмана. Забываю, что здесь эти бароны. Забирай. А, трамвайщик, да, простите. Фуникулёром почему-то его называю. Они его здесь фуникулером назвали в переводе. В переводе. И все, у меня этот глюк как... Короче, как пошел, так и остался. Это же трамвай обычный. Фуник в двушке был, да. Закусили местные алкаши. Закусили местные алкаши. А Джилка-то и не против, да? Так, у нас все есть. Вроде бы все. Да, фуникулер это вагонетка на канатной дороге. Все правильно. Я тоже думаю, что за фуникулер? Зачем я вообще это говорю? Засос останется, да. Че он такой быстрый? Что такой дерзкий? Да фу!
сидел бы молча, спидранил. Да. Вообще, с выключенной вебкой надо спидранить. Ни с кем не разговаривать. Не здороваться. И вообще, и будут подписчики, будет счастье. Легенда, привет. Боже, как медленно. Ужас, какой же я медленный. Использовать? Нет, не так. Тёмка Гейм, здорово, брат. Приятного всем стрима. Тебе приятного просмотра. Выпрыгнуть. Блин, самое сложное это сейчас вот битва с Немой и Карлос. Это прям самое страшное. Держите за меня кулачки, ребят. Блин, ну поддержите. Что-то вчера, сегодня прям народ как-то... То вяло подходит, то прям это, то нет никого, то еще что-то. Понедельник, наверное, с воскресеньем так работают. Не знаю, потому что у меня в пятницу, в субботу столько народу было здесь. Жесть. Поддержим за S, да. Зачем я взял морозильные гранаты, непонятно. Для чего я это сделал? Шампанское пьют. Я надеюсь. Да, а в движении на скорости не useless будет в итоге. Не useless что? Стас! Сан, здорово, братишка. Леон, спасибо тебе большое. Хоть ты и пишешь, что ты редко бываешь, но я знаю, что ты за мной следишь. Спасибо тебе огромное. Так у меня тоже потом просмотров набегает много, но это же просмотры в офлайне. Так, что мы можем сделать? Мы можем избавиться от лишнего. Чтобы нам было комфортно, да?
Фига, народу прибавилось. Может, кто-то сегодня зарейдит, да, на стриме. Блин, ну... Мечты, мечты! Мечты мои, мечты! Ребят, как бы вы знали... Если бы вы знали, как я вас всех люблю, просто... Что-то такая грустная музыка, я грустные темы начал поднимать. Воспроизвести. Вопрос по поводу цены. Эрнайт у нас шарит в Авито. Вот, ну там... В Авито, вот в этих перекупах и так далее. Но что-то я его не вижу. Я попробую ему написать. Но не обещаю, просто потому что сегодня я... Ребят, я реально ненадолго. Я попытаюсь просто сегодня потренироваться вот со спидраном. И я надеюсь, что просто у меня все получится сегодня. Я хотя бы один челлендж закрою. Один челлендж. Вес читач заказал. Надо заказать... Закрыть хотя бы один челлендж. А то мне придется его в офлайне закрывать. В офлайне тренироваться. Да, кстати, классная мелодия была в Конане Варваре. Ух, Элрейн сейчас хорошо вспомнил. Мне музыка из Диабло 2 Конан Варвар напоминает мелодию. А кто в этот раз? Пауки? Паучеллы? Кто знает, чем можно заменить Бейлис? Хочу тирамису забабахать. Каким-нибудь вкусным ликером хорошим. Так, по поводу FreeDS, сейчас. Вот сюда, наверное. О, нет, нет. Все, все неправильно сделал. Отмотай, отмотай. В Новый год от сосны, от сосны, от сосны ты в Новый год от сосны оторви, оторви иголочку. А яичный ликер как замена Бейлису подойдет. Кстати, да, есть такое. Он вкусный. Ах ты тварь! Паучела в залупу полез. Виталя, привет! Рад тебя смотреть. Привет, привет, бро. Всех рад видеть вас. Сейчас немножко волнуюсь, ребят, немножко волнуюсь. Прохождение на скорость, поэтому... Ну, конечно! Ну, конечно же, мне повредили хпшку. Я возьму, все-таки придется взять спрей, наверное. Здесь. Энди, привет. Шикарного тебе вечера. Спасибо тебе большое, бро. Ну, 10 минут головоломку с водой. Понимаю тебя прекрасно. Понимаю, понимаю. Бывает и такое. Тут я тебя прекрасно вообще понимаю. Прекраснейшая. Давай, ты сможешь. Не знаю. Я сейчас ложану как? Как ложану? Давайте с одним сохранением. Заодно потренируемся здесь. Я прям здесь сейчас сохранюсь. World of Game, здорово. Да, на ВК Play название Callisto Protocol. Что, проблема? Ай-яй-яй-яй-яй! Да чтоб ты землю жрал, урод!
Нет. Сейчас надо его... Надо его здесь обвести. Не хочет он здесь вставать, и все. И три раза меня хватает, главное. Ну все, это фиаско. Так, а в Classic Rebirth здесь нельзя его застакать, да? Ну ладно. Говорят, завтра спидран по героям 3. Это где? Понятно. Классики эта тварь хитрожопая. Каждый раз боюсь этого дерьма, когда он меня бьет. Ну давай. Парниша, давай. Выходи один на один. Хоть бы не схватил, каждый раз молюсь. Так, ну, все. Это последний шанс. Последний побег. Проблема была с ракетницей здесь. У меня. Так. Пробуем. Угу. Ну хоть за километра не хватает, хоть как-то. Нет, за километра не хватает, но вот этого не надо. Вот этого не надо. Не надо меня здесь хватать. Боже, какой же он душный. С ножа. Ладно. Шансы есть, шансы есть, все шансы есть. Пока занят нем, отвечу, да, проходил. Ребят, да, я пока занят немезидой, с ножа. С ножа очень потно, поэтому поддержите. Если я на что-то не ответил, не увидел ваш комментарий в чате, это не значит, что не отвечу. Алиночка Дегтярева, привет, привет. За что? Нет. Ну все, все пошло по одному месту. Вот из-за этого броска.
Да. Спасибо огромное, Алин. Этот бросок, конечно. О, господи! Ублюдочный, а? Быстро же я его. Ха! С первого раза! Вот это отлично! Это задел на победу. О, дайте выдохну. Фух. Вот что значит тренировка. Спасибо всем, ребят, за поддержку. Спасибо, спасибо. Правда, спасибо. Вы мои хорошие, вы замечательные просто, ребята. Если бы не вы, я не знаю, что бы я делал. Я уже думал, все, да, я тоже думал. У меня все перед глазами, я просто перевернулась. Русланыч, привет. Тебе ни секунды не сомневался, Пашка, ебой. У Карлито даже другой хват ножа. Вот это да, поздравляю, Пав-Пав, спасибо тебе большое. Рекорд мы уже просрали. Но тем не менее я доволен. Другим, как этот, как гопник он его держит. Такой, как выкидуху такой. Отжил профессионально держит, вот так вот. Очень правильно, кстати. Эйк, привет. Команда магазин, а это для интерактива на стриме. Про интерактив можешь в описании прочитать, написано все в описании абсолютно. Почему спидранеры месяцами сидят? Понятия не имею. Чего сидят месяцами? Шучу, конечно. Конечно, молодцы. Так. Давайте B3 сразу. Да, идеально. А Боба, да. А Биба и Боба. Тайрел взорвался. Сидят месяцами, потому что надо утром на работу за зарплатой, согласен. Главное здесь не лажануть, ребята. Главное здесь не лажануть. Бзиньк. Где тут можно ложануть? Элрейн, как всегда, в своем репертуаре. От скромности не помрет. Ой-ой. Так. Ладно. Еще раз.
Ну что ты будешь делать? Скрафтить пурген, да. Моя основная задача. Так, что там было? 2, 5, 3. Не успел. 2, 5, 3, 2, 5, 3, 2, 5, 3. Илрейн, спасибо. Блин, а где? Куда ее двигать? Направо или налево? Я не посмотрел. По-моему, направо. Да, направо. Димка, привет. Здравствуйте, лучший стример. Привет, привет. Нормальная игра. Ай, да ладно, протокол нормальный, ребят. Протокол был хорош. Да, все правильно. Право. Спасибо, Илрейн. 2, 5, 3, 2, 5, 3, 2, 5, 3, 2, 5, 3. 2, 5, 3. Господи. Господи, боже, пожалуйста. Ух! Как же мне сейчас повезло! Да, тоже моя любимая часть, Сашка Битюков. Мы ее часто на канале перепроходим, так что... Еще два диска с игрой записывали. Слушай, ну это же очень круто. Так, если они в залупу не полезут... Не лезьте в залупу, спасибо. Вообще, все панталоны мокрые, честно. Бам. Смотрите. Из окна выбежал. Жесткий чел. Фильм ужасов прям. Блин, почему Resident Evil 3 спустя 20 лет пугает больше, чем Callisto Protocol? Why? Я ничего не забыл, интересно. Да, в ремейке он какой-то высер вообще, этот Немезида, а не страшный биоэксперимент. Листа для фортнайтеров. Ну не знаю, мне понравилось. Может, я фортнайтер? М? Так, нам не нужна, не нужно, нужно. Блин, я запутался. Нет. За что? Ну нет. Ой, паскуды, а. Нет.
Ник Свен, здорово. Тестлорд, привет, привет. У меня очень плохо со временем, ты видишь. Но я стараюсь, правда, я стараюсь ради вас, ребята. Хотя бы пройти. Чтобы не бейсмент ран был. Поясни за Фортнайт. Да, ребят, поддержка, донаты, платные подписки на Бусти. Все к вашему распоряжению. Там заказ музыки, интерактив. Все, 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 все. Арман, привет, привет, бро. О, Егорушка, привет. Просто он убежал и все. Карлос, по делам здесь. Не рассказывается, но я так понимаю, что он бегал выяснять, где еще есть вертолетные площадки. Ну блин, а, ну блин, вот этот укус вообще все засрал, все засрал, как и любой другой. Не, он появляется. При должных обстоятельствах он он два раза появляется. То есть даже не при должных обстоятельствах. Мы же сколько раз проходили, ты же видел. Он в конце появляется на заводе несколько раз. Что стреляет в пятку, попадает в нос. Больше не нужна, да, выкинуть. Шпил, шпил, шпил. Так, следующий. На заводе он встречается несколько раз, Карлос. И либо он ведет вертолет, либо Берри ведет вертолет. То есть... Воу, ни хрена. Давай. I call the police. Давай, давай, паскуда, давай. Ах ты тварь, а? Как это произошло вообще? Ну иди сюда. Давай, давай. Сам себя током ударил. Нет, он может появиться на заправке. Он появляется в ресторане.
либо в редакции, на заправке, либо в офисе Амбреллы, либо он появляется два раза в башне, в фуникулёре. То есть Карлос здесь очень часто появляется. ДРС, здорово. Здорово, братишка. Ребята, поддержите. Мы почти прошли. С ножом. Я назову это прохождение эффект лампы. Есть! У меня получился этот трюк. Я не знаю, откуда Джилл знает. Наверное, она обладает даром предвидения. Ну, нет, ну за что? Я себя так не люблю. Угу. Давай, Михаил, ты веришь в меня? Ну, это игровая условность, ребят. То, что она выкидывает предметы по ходу, это игровая условность. Так что на это сильно не стоит обращать внимание. Пошел бы... Шел бы ты отсюда, не мешок. Вот, еще здесь Карлос появляется, так что... Да, то, что Джилл кусает, она выживает и не заражается, это тоже типа условность. Я потихоньку. Не пригодится и выкинул, просто есть отдельный тип людей, которые все копят. Это я, это Плюшкин, это я. Так, диск нам надо взять, да? Обязательно. Блин, и он оказался турбо-зомбаком быстро. Жесть. Ну возьми, ну бери ты, пожалуйста. Нам нужна будет трава для концовки, конечно. Чтобы хоть как-то это место пройти. И этот тоже в залупу полез, понятно. Отмычку надо было оставить. А-а-а, не успеваю. Сейчас оставим, нормально. Лажать начинаю, ребят, лажать. Это сегмент, который я меньше всего... Пожалуйста, без хантеров. Сегмент, который я меньше всего проходил. Да, без хантеров, найс. Найс рандом. Сегмент, который я меньше всего, реже всего проходил. Так, отмычка. Берем. Ребята, круто так. Много людей сегодня собралось. Спасибо всем. Thank you.
Так, это не то. Это тоже не то. Вот так надо сделать. Вот так. Бэшечка. По-моему. Нет. Право. Право. Опять неправильно. Неправильно. Неправильно ты, дядя Федор, колбасу ешь. Так, тест. Ой, как хорошо, ой, как замечательно. Ребята, все нормально, у меня чат молчит. Что случилось? Все ли хорошо? Все ли видно? Ничего не легло. Ребята, отзовитесь, пожалуйста. Пашка Физ, привет, привет, бро. Систа, здорово. Не молчите, блин, ну реально не молчите во время спидрана. Такое ощущение, будто у меня норм, норм. Ромка, привет еще раз. У меня отваливается стрим. Я аж пересрал. Альбельгар, привет. Все норм, спасибо. Ручки держит, понял. Сашка Спиридонов, привет. Нормально, Паш, нормально, нормально, нормально. Живем. Господи. Так, а как? Куда? Ой, я не туда пошел. Главное такой, все сделал и пошел не в ту сторону. Хорошо, что в залупу не стал лезть. Зомби. Минус Николай. Промахнулся. В комнату с водой, да. В мусорку. Давайте. 50 человек на Ютубе. 50 человек на Твиче. Красавцы, давайте. Давай. Давай, ублюдок. Вот здесь мы можем умереть, ребята. Прям на изи можем умереть. К черту. Ой, на... ой, ой, жесть началась. Ой, началась жесть. Ну, уже минус. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй-яй. Какой ублюдок, а? Давай! Давай, паскуда! Не-не-не-не-не, не настолько, не настолько быстро. Без башки он, да, без башки. Сначала без щупалец, потом без одной руки, потом без башки.
Давайте, код колбас! Погнали! В залупу полез! Да ты тоже в залупу куда лезешь? Подожди, еще нет. Да что такое? Под конец начал лажать. Устал, я устал, ребята. Фух. Клево, на ВК Плей два человека шлют котика. Спасибо тебе большое, Рок. Спасибо огромное. Ладно уж, пускай кусай. Хрен бы с ним. Алекс, я сегодня тоже смену отпахал, пришел еще отпахать. Я прекрасно тебя понимаю. Хотел позаписывать геймплей, но решил вас порадовать спидраном. Chicken battery. Внимание, недостаточно энергии. Внимание, недостаточно энергии для запуска системы. Сменный наряд, да, Ник Свен. Батарея подключена. А, я сегодня за червонец две смены отпахал, и я устал, я устал. А-а-а, точно, прости, пожалуйста. Да, Сектор Газа люблю, но я помню только досконально песни «Грязная кровь», «Презерватив», «Туалет», что там помню у них. Вот такие самые известные. Батарея подключена. Батарея подключена. Запускаю программу перезарядки. Готовимся к выстрелу. Ой-ой-ой-ой, вот с этим он может убить сразу. Блюдышные, а? Да!
Он умер, он умер, он умер! Да-да-да! Как этот, как Лёва! Он умер! Он умер! Он умер! Он умер! Он умер! Он умер! Это закончилось, господи! Нет, это только начало, ребят. Моих мучений только начало. Ростик, привет. Еще пока нет. Игнорировать. Все, убегаем. Не-не-не-не-не-не-не. По канону, сбежали. Да! Ну и кабачок, я понимаю твоего батю. Сплиты, срочно остановить. О, так, сплиты. Я, блин. Я пропустил заставку, чтобы сплиты остановить. Пауз. Черт, заставку пропустил. Ладно. Наташ, привет. It seems that the president and the federal council have passed judgment over the civilians of Raccoon City. The president and federal council have ruled that the Backless Terminate operation is the best course of action for this extreme situation. 71.5 будет, да. Based on that fact, Raccoon City has been literally wiped off. Current reports have О господи! Это круче, чем любой футбольный матч. Да, с таким временем хорошо будет, Пибина. Час 11, да, Ренегейт. Так, ну что, ребята, подписывайтесь на Daily Hardcore. Подписывайтесь на Resident Evil Devil May Cry Group.